Друзья, добрый день, добрый день. Я рад вас так видеть. У нас сегодня будет особый выпуск. Я в основном готовлю блюда из мяса, рыбы, но сегодня я приготовлю для вегетарианцев. Наконец-то свершилась их мечта. Мы будем готовить овощной буррито, но он будет огненный, потому что спонсор нашего показа, генеральный спонсор, компания Daukin. Это профессиональная техника для дома и кухни. И еще скидка 5% по промокоду. Ссылка в описании. Давайте начнем. Возьмем красную луковицу. Рецепт будет очень быстрый. Сразу включаем сковородку на максимум, пускай она раскалится. Режем ее соломочкой вот так. Смотрите, даже можно не смотреть. Я надеюсь, вы уже научились резать вот так. Смотрите, видите? Я уже побывал у врача, когда мне пальцы зашивали, потому что я учился на повара, и, к сожалению, мои пальцы были вместе со мной. Так что, смотрите, получается тоненькая-тоненькая соломочка. Все, порезали. Возьмем оливковое масло. Вот так аккуратненько, как бармены учат нас. Смотрите. Все, налили. Пускай нагреется. Дальше мы сделаем с вами гуакамоле в этом чудесном блендере от компании какой? Правильно, Daukin. Смотрите, свежий авокадо. Видите, какой свежий? Посмотрите. А, свежая, сочная авокадо. Прям привезли мне с самолета сегодня. Его режем пополам. И вот такими кубиками. Я знаю, сейчас скажут, типа, Сережа, не надо делать так гуакамоле. Его надо порезать, либо в ступке. Но, знаете, я хочу делать так. Просто берем авокадо сюда, косточку вынимаем. Смотрите, не просто так раз, все, вытащили. Режем на кубики дальше. Дальше у нас будет с вами чили-перец. Это же будет острое гуакамоле, злое, жесткое. Теперь нарезаем вот так зеленый чили-перец. Сюда его добавляем. И красный, Red Devil. Этого перчика, на самом деле, съешь половину, все, у тебя будет весь рот в огне, будет гореть. Но у нас сегодня огненный выпуск, поэтому мы не жалеем перца, у нас его много. Отправляем там целиковый. Этот блендер справится со всем, что сюда положите, даже лед. То есть, если у вас какая-то вечеринка, и вам нужно сделать мохито либо маргариту. Кстати, да, можно сделать маргариту. Отлично взбивать клубнику. Я думаю, что в следующих выпусках, в новых, мы вам покажем, как это делается. Друзья, тем временем, пока мы с вами резали авокадо, наша сковородка уже нагрелась, масло готово, видите? Дым. Отправляем наш лук. Оп. Главное его не сжечь, поэтому смотрите на него. Вот так можно сделать его, жарить. Смелее, смелее. Если вы не умеете, пожалуйста, возьмите картошку, просто пожарьте. Ну, ничего страшного, если она у вас вылетит куда-то за пределы вашей кухни, вашей плиты. Но на самом деле это очень здорово, клево. Вы приходите в гости, давайте там жарить креветки, какие-нибудь пасту делать. Все очень просто. Видите, бывает, ничего страшного. Возьмем перец, светофор. Разноцветный, красный, оранжевый, желтый. Просто его режем также соломкой, потому что у нас все идет соломкой, поэтому все ингредиенты также нарезаем, чтобы это было красиво в нашем блюде. Вот так вот. Друзья, пока была пауза, я весь перчик порезал. Смотрите, у нас получилась целая сковородка, перец, лучок. Теперь пришло время измельчить наше авокадо с перцем. Немножко оливкового масла нашего любимого. Закрываем крышкой. Смотрите, какие были большие сочные куски авокадо. И теперь что с ними случится? Посмотрите, что у нас творится. У нас с вами в этом блендере есть режим взбивания льда. Посмотрите, как это действует. Вот, мигает синеньким. Нажимаем лед. Видите, он взбивает его, поднимает, и сейчас у нас измельчится. Пока это будет делаться, я с вами сделаю начинку. Перец почти готов. Смотрите. Немножко соли. Он танцует. Он просто танцует в стиле диско мексиканского.
Видите, он разгоняется. Реально техника крутая. Соль. Соль, фасоль. Теперь красная фасоль мексиканская. Оп, бывает. Высыпаем сюда. И томаты в соку итальянские. Я обожаю томаты в соку, потому что в Италии делают, мне кажется, самые лучшие томаты, на мой взгляд. Видите, как у нас бурлит? Посмотрите. Ароматы. Свежий перчик. Лучок томатики. Все это. Смотри, сейчас будет шкварчать и бурлить. О, видите? Тишина на кухне, да? Потому что у нас готовится просто фантастическое блюдо. В конце мы добавим немножко кукурузы. Ну, конечно же, куда же без острого перца нашего любимого шрирача. Все уже знакомы. Берем вот так вот. Дам его нещадно. Поливаем. Вот так весь. Без остатка, чтобы ничего не оставалось врагу. Сделаем огонь поменьше. Нам главное, чтобы у нас ничего не пригорело. А приготовилось отличное блюдо для вегетарианцев, но те, которые любят поострее. Супер! Что у нас дальше есть? Пока все это делается, давайте сделаем с вами еще один соус, заправку, йогурт. Возьмем йогурт обычный, питьевой, без всего. Наливаем его. Это нам придаст немножко, как сказать, уберет остроту, потому что это будет огненно, а это будет немножко убирать остроту. Возьмем кинзу. Мелко. Рубим ее. Вот так вот. Смотрите. Порубили кинзу всю. И красиво так вот сыпем. Все. Но это не все. Помните, мы оставили перец болгарский. Именно нужен красный, потому что красный с белым и зеленым — это просто Италия или Мексика. Там у них тоже какие-то есть такие цвета, да? Если нет, то пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Мне кажется, у них флаг зеленый, красный и белый, только по-другому все это выглядит. Смотрите. Мелким кубиком. Оп, улетело. Вот так порезали все. Мелким кубиком. Сок пустил наш перец. Добавляем сюда. И также режем вторую часть перца. Вот так. Запах кинзы и перца. На самом деле, этот соус я сделал первый раз, когда мне было 17 лет. Я уже был шеф-поваром в одном заведении. Вот. И это был соус к мясу. Представляете, мне было 17 лет, я уже был шеф-поваром одного японского заведения. Так что, да, видите, молодо выгляжу, но уже много чего сделал. Вот. Нарезаем половинку, но не забываем про нашу начинку. Все бурлит. Главное, чтобы все пропиталось томатным соком, соусом этим. Фасолинки. И соль по вкусу добавляем. Не забываем про соль. Но главное, все было в меру. Вот так порезали. Все, остатки положили сюда. Так, теперь сюда что еще надо добавить? Как вы думаете? Сергей, а что это? Это? Как тебе не стыдно знать, мой дорогой зритель, это салат фрилес. Советую покупать тебе его всегда, если ты любишь жарить мясо. Салат фрилес – это клетчатка, он вкусный, сочный. Он так вкусно звучит, слышите, да? У меня хороший микрофон, да. У нас шоу очень высокобюджетное. Слышите, да? Ладно, это отступление. Что у нас здесь творится? Давайте попробуем это на вкус, эту нашу просто гениальную вещь. Это поистине, мне кажется, мексиканцы бы оценили это блюдо. Оно острое, пикантное, овощное, томаты. Ух, все просто. Все просто, все гениально просто, ребят. Овощи, фасоль, томаты, острый перец. Так, теперь что у нас? Давайте добавим сейчас кукурузу последнюю. Друзья, вот и наступил наш час долгожданный, наша минутка, когда мы будем собирать вкусные буррито. Я взял обычные лепешки, которые продаются в каждом супермаркете, в каждом магазине. Смотрите, берем начинку нашу, фасольку, перец, выкладываем его. А знаете, что я сделаю? Я сделаю не так. Смотрите, возьмем острый гуакамоле и просто сейчас его размажем вот так вот. Это просто мечта хозяйки. Но это не реклама майонеза, ни в коем случае не думайте. Смотрите, как это красиво, да? Берем сюда это. Немножко заправки с йогуртом. Она будет оттенять нашу остроту. Йогурт, перец. Знаете, что добавим? Знаете что? Перец 5,
черный перец, белый, красный, душистый. И немножко соли. Как же без соли? Сыпем слегка. Все. Выкладываем, смотрите, перчик сверху. Холодненький. Будет оттенять нашу остроту. Что, друзья, я делаю это только для вас. Для вас, потому что я вас люблю, моих подписчиков. Я пробую то, что я делаю, потому что вы не думаете, что я вас буду обманывать. Берем нашу пирамиду. Смотрите, как сочно, вкусно. Берем, так откусываем. Друзья, это получилось по-мексикански остро, пикантно, просто. И главное, быстро, да? То есть дешево. Перец, лук, фасоль, кукуруза, все это берем, обжариваем. Авокадо летом стоит вообще копейки, 50 рублей. Немножко чили перца, то же самое на рынке. На каждом рынке он стоит там 20 рублей 3 штуки. Салат, лепешка. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки и главное комментарии. Пишем комментарии, ставим колокольчик. Ну и не забываем про нашего спонсора, компания Daukin. Это профессиональная техника для дома и кухни. И еще, что немаловажно, это скидка 5%. Ссылка будет в описании. Друзья, я пойду есть. Ну а вам пока-пока.